нее все свое и белье, и жилье. Ну а я ангажирую угол у тети для нее. Все свободное время мое на нее. Я гляжу из окна, что напротив. У нее каждый вечер не гаснет окно. И вчера мне лифтер рассказал за полбанки, что у нее два знакомых артиста кино и один популярный артист из Таганки. И пока у меня в ихнем жеке рука, про нее я узнал очень много нюансов. У нее старший брат футболист Спартака, а отец референт в министерстве финансов. Я скажу, что всегда на футбол и хожу. На Спартак и слова восхищения обрати. Я скажу, что с министром финансов дружу и что сам как любитель играю в МХАТИ. У нее на окошке герань. У нее занавески в разводах, а у меня на окне ни хера. Только пыль, только толстая пыль на комодах. Ну ничего, я куплю лотерейный билет. И тогда мне останется ждать, и так